В городской центр по благоустройству и озеленению пришла весна. В теплицах уже подросли тюльпаны. Аккурат к Международному женскому дню. В этот раз в Ульяновском питомнике вырастили рекордный 1 000 000 тюльпанов. Расширили и количество сортов. Их 37. Как отмечают специалисты, получить такое количество и разнообразие цветов – дело непростое. Конечно, трудности свои есть. Это и поддержка температурного режима, это поддержка влажности. Но когда труднее, интереснее работать. С заботой и любовью символы весны посадили еще в декабре. Сейчас сотрудники муниципального предприятия срезают цветы, сортируют их по цвету и длине стеблей, заворачивают в бумагу и отправляют на хранение в холодильнике. Так тюльпаны лучше сохранятся до праздника. Желтые Strong Gold долгое время оставались самым популярным сортом тюльпанов у ульяновцев. Но в тренд этого года входят новые цвета и формы цветов. Горзеленхоз тоже идет, что называется, в ногу со временем. Совсем скоро на прилавке магазинов поступят новинки. У нас в этом году очень много новых сортов. Это такие сорта, как двухцветный тюльпан, это таймплекс, это красный бокал, белый верх. Потом сорт гуспопендрихт, вообще шикарный сорт, тоже он двухцветный, красный с белым. Знаменитые сорта веранди, это желтый букет и красная кайма. Бахровые тюльпаны, это красные ларго. И розовый колумбус. На данный момент ульяновские озеленители срезали и поместили в холодильнике 500 тысяч тюльпанов. К концу недели срежут еще столько же цветов, и они поступят на прилавки, чтобы выполнить свою главную миссию. Купить самые яркие и нежные букеты можно будет в фирменном магазине центра на проспекте Гая и в других местных торговых сетях. Алина Тихонова, Управда ТВ.